Ну, двумя ногами просто надо выше. Выше надо двумя ногами, чтобы было ощущение удовлетворения. Конечно. Ну да, естественно, то есть там трансмиссия, она... Пятнадцать килограмм. Что, запахался? То есть чувствуется, да, нагрузка? Правильно, потому что там обгонная муфта стоит, которая как раз... Да, иначе ты бы вообще не продавишь. Особенно в горку. Как раз у тебя и сделано, чтобы в верхнем положении тебе легче давить было. Ощущение, как будто ты что-то не дорабатываешь. Ноги вроде нет. Это просто... Ход еще есть, а... Просто тебе кажется, тебе нужно побыстрее ногами работать. И тогда ты вообще не будешь проваливаться, они тебе просто в самом верхнем положении будут работать. Ты высоко подними и почаще меняй. Повыше и почаще, почаще. Да, вот так удобнее. Ну, кому как просто удобнее. Попробуй часто побыстрее. Выше, 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 выше. Во, во, во. Алло. Да, да. После дома 18, да, завернули? А, во, во, отлично. Ну как? Прямо лучше на заднем колесе это не делать. Это... Ну я понимаю. Просто вот эти ворота, видите, в парк, вот. Эти ворота постоянно закрыты. Вам нужно просто через вход, через калитку зайти. Там вот буквально недалеко. И ногу пожарил. Зайдете до перекрёстка. А, ну видишь. И до перекрёстка дойдете? Да, да, я сейчас скажу Диме. Нет, я катаюсь на обычном. Ну, видишь, это следующее поколение.